Тирасполе у памятника Михаилу Ларионову проводят субботник, убирают листву, ветки, собирают мусор, красят скамейки и белят бордюры. Субботник проводят в канун дня рождения художника Ларионова. Его отметят 3 июня. Есть проект «Мои великие земляки». Он начинался в свое время вот с этого места, когда мы установили памятный камень Михаилу Федоровичу Ларионову, нашему известному тираспольчанину, художнику. Традиционно мы 3 июня, в день его рождения, либо накануне, если это выходной день, возлагаем цветы. Но перед тем, как возлагать цветы, наши ребята, активисты, студенты пришли, убирают здесь. Михаил Ларионов родился в Тирасполе в 1881 году. Жили на улице Красноярской, сейчас это Карла Маркса. В конце 19 века Михаил Ларионов переехал в Москву, но каждое лето приезжал в Тирасполь к бабушке. Одна из его работ так и называется «Бабушкин сад». Я считаю, что нужно уделять внимание, проводить ежегодно такие мероприятия, убираться на памятниках, красить скамейки, побеливать бордюры. Мне кажется, Ларионов нас бы всех запечатлил бы за этой трудоемной работой, всех наших ребят, как мы с ребятами убираемся. Но это место сейчас называют сквер у лампочки. Во времена Ларионова тут Семеновский бульвар. Представьте себе, где-то здесь в начале прошлого века с мольбертом и кистью стоял Михаил Ларионов. Позже он писал улицы Москвы, пляжи Франции, Черное море. Но нам все-таки ближе его тираспольские работы. Например, этот розовый куст после дождя или эти акации весной.